Барсик идет из манежа, чтобы не мешал. И наши собаки за ним такие наблюдают. Охрана. Давай, Барсюш, пошли. На тренировку надо. Пойдем, Барсик. Барсюшка. Барсик. Давай, домой. Давай. Заходи. Пошли. Вот, Феликс сегодня смогли купить по 17 рублей. А так цена взлетела 26-27. Совсем обалдели. Ты кушать хочешь? Ну, давайте угощу чуть-чуть. Открываем. Там разное. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Вот, чуть-чуть. Все. Бачок, потому что у нас профессионалы умеют все скрывать. Травка он у них там. Грейдут вечерком подъедает. Все как в лучших домах Парижа.